Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан. И, наверное, многие, кто заходит на наш канал в первый раз, смотрят на название, перевожу, смотрят на видео, что я нахожусь в машине, и думают, что я реально занимаюсь какими-то перевозками. Хотя, с одной стороны, они правы, сейчас я вас отвезу в мир фантазии и волшебства, и поможет мне в этом Лукас Хасл и Димаш Кудайберген. Привет, на связи Лукас Хасл с очередной видеореакцией. И на этот раз я хочу попробовать рекомендацию, которую просили многие люди. Это будет джентльмен из Казахстана, которого зовут Димаш Кудайберген. Кажется, уже миллиарды людей смотрят этого парня. И я, походу, отстал от жизни, раз ни разу не смотрел его. SOS. Это песня, с которой мне следует начать. И давайте сразу приступим. Я нашел это видео и собираюсь посмотреть его. Похоже на какое-то китайское ТВ-шоу. Я так думаю. Без понятия, что это значит. Я быстренько скажу. Тут уже очень высокий регистр. Выше, чем я ожидал. У него очень мягкий тон, который очень приятно слушать. Обычно, когда мужчины поют высоко, получается немного скрипучее. Тут такого нет. Он поет на французском языке, на котором я говорю. Это будет вдвойне интереснее. Снял наушник. Красота! Wow. Он может петь и низким регистром. И при этом он нежнейшим образом касается высоких нот. Я чувствую, что он понимает то, о чем поет. Он не упускает этот аспект, что уже является половиной успеха. Я уже не слабо впечатлен, и я надеюсь, что буду останавливать и делать паузу в самый подходящий момент. Чего-чего? Так, это же не фальцет. Я немного знаю о стилях пения. И это, кажется, полный голос. Вроде бы такой голос называется грудной. Это в любом случае смесь голосов. И это было мощно и неожиданно.
Я потихоньку начинаю понимать, почему у этого видео столько просмотров. Все эти реакции зрителей на видео очень забавные. Шоу великолепно. И песня тоже красивая. Я полагаю, это кавер на песню французского певца. Пока все чики-пуки, просто невероятно. Так непринужденно. Смотря на него, думаешь, что это так легко. Но на самом деле, это ж годы тренировок. Да что за... Одну секунду, мне нужно это еще раз послушать. Это же как Мэрайа Кэрри. Черт бы меня побрал. Прекрасно. Какая мощь! Это уже чистая опера. Что там было? Просто сумасшедшая разбежка. Я не знаю, кто все эти люди, которых нам показывают, но это заслуженные аплодисменты. Без вопросов. Как же это было красиво в конце. Не просто взять и прокричать это, а сделать все именно так. И там есть небольшой глюк на видео. Все настолько идеально, что тяжело поверить, что это живое исполнение. Но я смотрел и думаю, что это все-таки живое выступление. У этого парня такое голосище. Чем-то похож на Митча с Pentatonix. С точки зрения невероятного диапазона и чистоты звука. Хотя я не слышал, чтобы Митч пел низкие ноты. Но вот эта чистота и ясность звука. Конечно, это два разных артиста и два разных таланта. Просто он единственный, кто приходит в голову, когда слушаю Димаша. Он просто вышиб мне все мозги. Очень впечатляюще. У него хороший французский. Очевидно, что он разговаривает по-французски или изучал этот язык. И он всегда такой расслабленный. А это очень сложно для певца, потому что там только ты, микрофон и твой голос. Очевидно, он чувствует себя очень уверенно и не сомневается в своих навыках. Вот что это было? Я собираюсь посмотреть все заново, прямо сейчас, потому что это неописуемое удовольствие. У меня очень редко бывают мурашки от таких вещей. Да, я могу быть впечатлен, но чтобы меня вот так мурашило, именно в концовке был самый пик. Я собираюсь посмотреть больше его выступлений. Спасибо, что порекомендовали мне посмотреть на Димаша. Вроде верно сказал. Спасибо, я вернусь позже с другой реакцией. Я делаю реакции и на менее знаменитых артистов.
Поэтому пишите, я открыт к новым ощущениям. Спасибо, что посмотрели. Ну что, как вам поездочка? Кстати, мы получили штраф за превышение человеческих возможностей. Лукас Хассел — это один из моих любимчиков. Он сам по себе голливудский актер. Кто не знает, я перевел все его реакции. Эти видео у меня все есть. В скором времени я их всех опубликую. Был рад повидаться с вами сегодня. Всем хорошего дня. Всех люблю, всех обнял. Пока.